систем солнечного неба. Мы взяли опять выходной, поменялись с Иваном Александровичем. Отпустил он нас. И вот мне Павел Павлович на день рождения подарил такую вот штуковину. Безмасляный компрессор. Бесшумный, можно сказать. Сейчас мы его испытываем. Будем красить этот вот, антификсировать всю пачку доски буду. И на втором этаже там немножко осталось. Вот как тихо работает. Сейчас мы будем антификсировать доску. Что, друзья мои? В бане на втором этаже я все проантисептировал на доску, будем медлату завозить. И вот смотрите, как аппарат, каким мы красим на работе. Все очень просто. Ваня, он заливается. Только надо немножечко выше держать. И вот сейчас мне эту пачку надо кольчугой нашей проантисептировать. Такой вот аппарат вообще рекомендую, не знаю, безмасляный. Хоть как можно переворачивать, его крутить, ничего не выльется. Спасибо за подарки. Смотрим дальше, идем дальше. 9 вечера, 60 литров антисептика и практически 7 кубов древесины антисептировал. Там на втором этаже и вот эту кучу сейчас надо делать. Осталось 2 ряда. Все. С помощью вот такого зверя, коня под названием Хундай. Также за перекурах еще собрал кусочек беседки от дождя. Надо покрыть теперь поликарбонатом. А еще, кто сантехник у нас любит, установил вот такую лампочку красную. Если включается насос, она говорит красным. Это означает, что насос работает. А еще опустил на 30, на 5 сантиметров брус. И прошел трудовой день. А там Наталья Алексеевна прячется. Вторую половину помидора высаживает. Хорошо, что сейчас темнеет. Поздно. А еще она купила партии Саши какое-то дерево. Чудо-дерево. Грушу нельзя скушать. Уралочка и малина. Гурманин какой-то. Вот так вот. Ладно, скоро домой. Через час-два, может, через три.